Орловские студенты привезли золото и бронзу с 3-го национального межвузовского чемпионата молодых профессионалов. Он проходил в Москве. Накануне с очередной победой команду Орловского государственного университета имени Тургенева поздравила бывшая ректор и депутат Государственной думы Ольга Пилипенко. Для нас сегодня очень важно то, что мы университетом, и вы с нами вместе, участвуете в выполнении национального проекта. Молодые профессионалы. Это национальный проект образования, отдельно есть федеральный проект по молодым профессионалам. Задачи, которые ставятся, и мы с вами ставим, это не просто войти там в лучшие образовательные структуры экономики мировые, но в первую очередь, конечно, обеспечить развитие экономики нашей России. В этом году формат межвузовского чемпионата изменился. Были более сложные задания, рассказывали орловские участники. Организаторы добавили блок проектирования и аналитики. Орловчане привезли награды в номинациях «Предпринимательство» и «Туризм».